Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi darsimiz sizlarni takliflaringiz inobatga olingan holda qilingan darslar. Barcha shu turdagi darslarimiz sizlarni istaklaringizga binoan chiqayapti. Demak, bugungi darsimiz rus tilida eng ko'p ishlatiladigan gaplar. Davomi. Часто употребляемые фразы в русском языке. Bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va albatta like tugmasini bosib qo'ying. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Sekinroq. Осторожнее. Осторожнее. Хавотер олма. Не волнуйся. Не волнуйся. Яхши фикер. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Ёрдам беринг. Помогите. Помогите. Хаммасы тайёр. Все готово. Все готово. Тизрок. Быстрее. Быстрее. Мен бундан кандай фойдаланышны билмайман. Я не знаю, как этим пользоваться. Я не знаю, как этим пользоваться. Мен унча яхши гапира олмайман. Я не очень хорошо разговариваю. Я не очень хорошо разговариваю. Мен тшунмайман. Я не понимаю. Я не понимаю. Мен сені хавотирге куймоқчи эмасман. Я не хочу тебя беспокоить. Я не хочу тебя беспокоить. Менге жуда яхши. Мне очень хорошо. Мне очень хорошо. Агар сенге менин ёрдамым керек болса, илтимос, менге хабар бер. Если тебе понадобится моя помощь, пожалуйста, сообщи мне. Если тебе понадобится моя помощь, пожалуйста, сообщи мне. Мен кечрок кайтаман. Я вернусь позже. Я вернусь позже. Мен оламан. Я возьму.
Я возьму. Мен сені севамын. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Менге жуда совук. Мне очень холодно. Мне очень холодно. Мен китмокчиман. Я собираюсь идти. Я собираюсь идти. Мен бахтлиман. Я счастлив. Я счастлив. Киимларимни алмаштириб олишим керак. Мне нужно переодеться. Мне нужно переодеться. Мен уйге боришим керак. Мне нужно идти домой. Мне нужно идти домой. Мен буны хеч качон курмаганман. Я никогда этого не видел. Я никогда этого не видел. Узинны ихтиёт кыл. Береги себя. Береги себя. Имкониятны кулиндан бой берма. Не упусти свой шанс. Не упусти свой шанс. Айт менге. Скажи мне. Скажи мне. Хаммасы учун рахмат. Спасибо за все. Спасибо за все. Йордамин учун рахмат. Спасибо тебе за помощь. Спасибо тебе за помощь. Улар хозир кайтишады. Они сейчас вернутся. Они сейчас вернутся. Улар жуда банд. Они очень заняты. Они очень заняты. Бу ишламаяпты. Это не работает. Это не работает. Бу жуда мураккаб. Это очень сложно. Это очень сложно. Бу жуда мухим. Это очень важно. Это очень важно.
Sen juda yaxshisan. Ты очень хороший. Ты очень хороший. Сен чиройлисан. Ты красивый. Ты красивый. Сен аклисан. Ты умный. Ты умный. Demak, bugungi darsimizni ma'lumotlari mana shulardan iborat. Bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Qayerda qavs ichida a yoki aya qo'shimchalari bo'lsa, ular barchasi женский род, ya'ni ayollarga nisbatan ishlatiladi. Yoki ayollarga nisbatan ishlatiladi, yoki ayollar gapirganda o'sha so'zlarni ishlatib gapiradi. Bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Va albatta, лайк tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' va salomat bo'ling.